Друзья, добро пожаловать в Индию. По состоянию на 2023 год численность населения составляет 1 миллиард 428 миллионов, что делает ее самой большой страной в мире. Она обогнала даже Китай. Мы находимся на крыше отеля. Вид сверху. Когда находишься на крыше отеля, еще, конечно, непонятно, где ты находишься. Вот. Спустившись вниз, мы понимаем. Утром рано... На такси мы этого не заметили. Было 6 утра. Сейчас все оживилось. Сегодняшнее наше видео мы посвятим полностью уличной еде Индии. Мне, наверное, показалось, но утром было чище здесь. Количество мусора увеличилось ближе к 12 дня. За 3 часа 2 раза пытались меня сегодня обмануть. Первое, это когда я вышел из аэропорта, нанял такси, вот это вот, городское. Я ему даю 500 рупий, и в это время, my friend, какой-то голос, я поворачиваюсь, и он мне показывает, что, типа, ты мне дал 20 рупий. Я говорю, как 20 рупий, я тебе только что сам 500 рупий дал. Он нет. Ну, пришлось позвать сотрудника. Полиции вопрос был разрешен. Второй раз такая же махинация была при заезде в отель. То есть играют купюрами, вниз скидывают в шкафчик, в полочку. И все. Будьте внимательны. Всегда. Эй, гость, ты, говорит, помнишь меня? Да, конечно же, я всех помню. Абсолютно всех. Сейчас как раз сезон гуавы. Ее очень много. Если честно, у меня впервые такое, что не хочется пробовать все. Все, что видишь. Потому что я вижу огромное количество пальмового масла. Ну, несмотря на то, что я люблю жирную еду, ну, это даже для меня круто. This name? Chola Bhatura. Aloo Paratha. Aloo Paratha и что-то такое непонятное для меня. Какое-то скопление рикш. Если честно, меня утром охватил какой-то страх, когда я все это увидел. Страх большого количества людей. То есть началась фобия у меня. Потом успокоился. Но это понятно, что это такое. Это тандыр. Нан тандури. Yes? Так готовят лепешки. Но это тот самый коров. Вот еще что-то увидели. Какие-то лепешки мучные. Это... Excuse me, name, please? Name. И вот эти вот штуки коптят очень сильно. Я так и не понял, что это такое. Но внутри они полые. Я так понимаю, сюда что-то добавляется внутрь. Дахибала? Дахибала. Настоящая индийская кухня основывается на религиозных традициях и обычаях древних индусов. В ведах пища разделена на категории. Невежественная – это испорченная и безвкусная еда, мясные и рыбные продукты. Страстная – та, в которой нет гармонии, она слишком сладкая или соленая. Пережаренная – чересчур острая, горячая. Благостная – это энергетически уравновешенные блюда, в меру острые, теплые.
Большинство рецептов индийской кухни сочетают сразу несколько вкусов, что неподготовленному человеку может показаться странным. Согласно индийским верованиям, сладкий вкус дает чувство насыщения, соленый – необходимую для организма энергию, острый обладает исцеляющими свойствами, которые характерны для специй. Вяжущий вкус помогает организму избавиться от токсичных, вредных веществ, мешает появлению ожирения. Кислота означает наличие в составе блюд витаминов и минералов. Еще в кухне Индии еда также делится на охлаждающую и согревающую. Температура приготовленной пищи здесь ни при чем. Эти понятия относятся к оказываемому эффекту на организм. Только оптимальное соотношение контрастных блюд способствует гармонии в теле человека и сохранению хорошего самочувствия. Индия – огромная многоликая страна с обилием каст, народностей и культур. Гхи – это топленое масло, которое здесь считают эликсиром здоровья. Оно содержит полинасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы, способствует укреплению иммунитета, блокирует рост раковых клеток, улучшает работу мозга. Гхи часто используют при проведении религиозных обрядов. В рецептах традиционных блюд индийской кухни три главных компонента – рис, бобовые разных видов и всевозможные пряные приправы. Из них создаются потрясающие вкусные сочетания с использованием других продуктов, аналогичных которым не найти. В стране проживает много вегетарианцев, особенно в южных штатах. Частично это объясняется климатом. В условиях постоянно сильной жары трудно соблюдать правила хранения, поэтому она быстро портится. Зато местные жители собирают до 4 урожаев овощей за год, которые составляют основу рациона. В национальной кухне Индии огромное количество соусов, без них практически не подают гарниры. Самые популярные – чатни, одновременно сладкого и терпкого вкуса. В интернете можно найти фотографии чатни абсолютно разных по виду. Все потому, что он может быть приготовлен из разных овощей и фруктов. Привычных европейцам хлебных изделий в Индии не найти, зато есть вкусные лепешки из разнообразных видов муки – рисовой, пшеничной, гороховой. Тесто замешивается на воде, выпекается в печке или на огромных каменных кругах. Так вот еще что-то готовят. Потейты. Жареная картошка. Очень вкусно. Сказали, что это блюдо называется патата кота. Обыкновенная жареная картошка. Ну и вот какие-то начинки, я так понимаю, сюда добавляют. Ну и картошка получается предварительно сварена. И шарики с начинкой. Картошка с горохом. Просто обжаренная картошечка. Какие-то лепешки. Их покрывают топленым маслом. И едят. Увидел вот такую вот красивую штучку, называется делеби. Я так понимаю, это мука в сахарном сиропе. Здесь есть шуга, сахарный сироп, и здесь уже вот оно готовится. Дяденька кушает. Но я не любитель сладкого, поэтому это тоже что-то из этой серии. Ну, это вкусная штучка. Самоса. Отсюда мы тронемся, тут прям мухи налетели на меня. Какая-то точка муховая. Здесь я утром проходил, здесь что-то готовили, здесь была большая очередь. Что-то молочное. Я так и не понял, что это такое. This name? Чигара? Waterfall. Какие-то крупные семена. Fruit. Waterfall. Водопад. Waterfruit. Body ko strong karta. Waterfruit. Calcium.
Это что-то непонятное. Это не сладкое, не кислое, какой-то... Ну нет такого ярко выраженного вкуса. Тэнк. Самое прикольное, сейчас я вам покажу, что он сделал. Он почистил это яблоко и сполоснул пальцы. А сполоснул он его здесь. Ну, не знаю, мне не особо зашло это. Это что-то непонятное. Какой-то орех непоспелый. А, вот, точно. Похоже на кокос. Похоже на кокос недоспелый. Наша любимая папайя. Какой-то непонятный это фрукт. И послевкусие потом непонятное. Его, наверное, все-таки нужно добавлять куда-то, потому что у меня аж вот оскомина какая-то образовалась. Здесь тоже что-то готовят. Ну, лепешки. Нан тандури. Профессионал своего дела. Любят здесь лепешечки. И что-то там в воке готовится. Чтобы вы понимали, меня едой не испугать, но я никак не могу нигде остановиться. Вот прям, чтобы вот прям встал и все. Пока еще душа не легла в ту точку. Здесь просто конвейер по приготовлению лепешек. How much oranges? Mixed juice. Yeah, mix. Small. Маленький? Сколько он стоит? Масала. А, с добавлением, да, чего-то туда? Масала, да, это на любителя. Это он мне сейчас масалу наливает? А, я думал, мне он сыпет. Ага. Yes, mix. Выглядит аппетитно. Только соковыжималка интересная. Ну, вот эту мякоть, я так понимаю, отдают коровам потом. Говоришь маленький, он большой. Excuse me, no sugar? No sugar, natural. Сладко. Слушай, ну он реально прикольный, вкусный. Мне понравился. Реально вкусно. Зашел в обменник поменять деньги. $85,500. Это если новая купюра. Если купюра старая, 84,500. На 100 рупий дешевле. Спрашиваю, почему так? Говорит, сами банки такие условия изначально дают для всех обменщиков. Вот это знаменитое место, по-моему, там все блогеры проходили через это кафе. Все, кто снимал Main Bazaar. Можно во многих роликах увидеть эти знаменитые балконы.
встретил женщину и мужчину, и они сказали: Денис, стоп, в обед уличной еды ты уже не увидишь, то есть выходи или вечером, или рано утром. Поэтому ждем вечер, а пока едем на Чандичок. Это тоже улица, в конце которой находится красный форт, Рейди Форт, сикхийский, по-моему, форт. В общем, надеюсь, там увидим сейчас хоть какую-то уличную еду. Очень удобная техника. А сколько это стоит у нас, получается? 150, мы договорились. 150 рупий. Не знаю, сколько ехать, минут 15, наверное. Пару километров, он сказал, да? Ну, да, много. Но это, на самом деле, это недорого, мне кажется. Это недорого, нет, просто 2 километра, это нормально. По индийским маршрутам. Выехали на главную улицу. Естественно, здесь, как всегда, шумно. Муравейник. Но это Индия, друзья, это Индия. Телефон, конечно, опасненько так держать. Он просто без дверей даже катает. Да. Тут можно. Между прочим, они улыбаются, да, часто? Я смотрю. Да. То есть так, дружелюбно относятся. Мы, оказывается, разворачивались. Ух ты! А это он прям скидывает мусор, они его перебирают. Мы встали, здесь какая-то пробка. Там человек выходил из. Здесь что-то происходит непонятное. Здесь даже люди пройти не могут. Смотрите. Это выход какой-то. Здесь очень много народу. Мы даже ехать здесь не можем. В какой-то магазин они пытаются попасть. Здесь, похоже, какая-то ярмарка идет, наверное. А, может, распродажа. Здесь даже сами местные индусы носят рюкзаки вот так вот, потому что можно выйти без дна рюкзака, без содержимого. Будьте аккуратны и бдительны. Ну а мы пока никак не доедем до точки. Сегодня что-то невообразимое. Хотя точка наша тоже непонятна, в принципе, но мы пока едем. Ну все, мы остановились и двигаемся. 200 рупий стоила эта поездка. 200 рупий. Здесь, наверное, нереально снимать со стабилизатором. Пусть, давайте я посмотрю, что это такое. Какие-то шарики. Панапури, по-моему, они называются. Сейчас посмотрим, как он это накладывает. Попробуем чуть попозже. Я думаю, нам есть смысл пойти туда посмотреть. Да, не вернуться, здесь недалеко. Никогда в жизни столько народу не видел. Excuse me, what is it? This is долларовский чай, milk. Что-то молочное.
еще что-то красивое. Называется эта еда губатси. Я вижу маш пророчный, наверное. Лучок, картошечка, помидорки. Ну все, он накидывает вам. Еще какие-то сладости. На печенье похоже. Я даже не представляю, как можно попробовать. Тебя просто здесь раздают. Вот так выглядит мороженое. Ice cream? Indian ice cream. Мороженое. How much? One? 30. Так, здесь ананасики с приправами. Так, здесь у нас гуава с приправой. Ну, выглядит аппетитно. Фрукты. Так, это нудл. Нудл? Чоумин. В общем, вермишель жареная. С овощами. Это какие-то соусы. Мы решили попробовать. Please one. Попробовать эту штуку. Здесь вот реально аппетитно выглядит. Она ему говорит, не доставай, езжай. Little. Угощайтесь. Не-не, вам тоже попробовать. Я вас снимать не буду, я сам себя сниму. Довольно-таки съестная штука. Нормально. Прикольно, да? И вот это не где красненькое, а вот ближе к зеленому. Кто его знает, можно то есть или нет? Можно. Вкусная глава. Вот реально вкусная. Я ее последний раз пробовал, она была жесткая, зеленая. Когда она поспевает, она вкусная. Здесь тоже вот что-то готовят. Похожее на дал. Ну, по-моему, это заснимал я где-то уже. Лепешка. В масле обжаривается какая-то приправа. Ну, видно, делается подушка из лепешки и сверху вот дал укладывается. How much? Лемон сода. Рядом продается. Бутылки, конечно, не очень чистенькие. Опять ананасы. Еще шарики. Name? Рамлет ду. Гамлет ду? Рамлет? Рамлет ду. Ну, не особо аппетитно вот это выглядит. Вот еще что-то продается. Это какой-то топинамбур с приправами. Что-то такое интересное. Вот это мне хочется попробовать. Они так аппетитно все едят здесь. Я сейчас попробую. В общем, вот так все это выглядит. Я держу. Он туда что-то насыпал. Картошечку и соус. Все. Надо съесть это все. Нормально видно. Давай, давай. Попытка номер два. Жить можно? Сладкая, соленая, острая. Все вместе. Можно спокойно есть. Ничего страшного нет. Прикольно. Увидеть лежащего на полу, мне кажется, в Индии это нормальное явление. Не увидеть лежащего на полу. Да, да, не увидеть. То есть он просто спит, отдыхает. Местный гид
говорит, что очень много свадеб сейчас в сезон, и поэтому, видите, все выбирают себе фату, сари. Поэтому такой ажиотаж на рынке. Фруктовые салаты. Блин, здесь реально очень много народу. Тяжело куда-либо пройти. И еще заметил, что здесь мусульмане, они красят бороду и даже волосы на голове в рыжий цвет. Не все, но много. Вот она, жареная картошечка. Здесь уже поинтереснее, здесь ее много. Здесь она аппетитно выглядит. Мне очень нравится здесь, несмотря на вот... Несмотря на всю эту серость, для кого-то грязь. То есть, друзья, что мы хотим видеть, то мы и видим. Я стараюсь не замечать. Стараюсь. Это милкшейк. Что-то молочное. Ну, а там лапша. Дядька так серьезно смотрит на меня. Хорошо, что я не электрик. Здесь вот какая-то гавриф-оруда, но это похоже на какую-то рисовую лапшу, что ли, подкрашенную, может быть, сладкое что-то. Вот здесь, наверное, мы тоже стояли в этой пробке. Люди. Люди. Очень много людей. В общем, если хотите жениться, приезжайте в декабре в Индию. Как раз и платье, и... Ну, там точно не свадебное что-то. Там прям... А, там, наверное, золото продают. Там очередь как будто бесплатно что-то раздают. Книги. Как в этом во всем разобраться? Я не смог не подойти. Выглядит просто шикарно. Я представляю Таню в этом. На кухне. Все, шумгам закончился. Идем вперед. Сказали, что в конце этой улицы красный форт находится. Памятник культуры. Ну, собака вообще молодец. Она просто прыгнула на крышу. Подмяла чуток и спит. И никто и ничего не делает. Животных в Индии обижать нельзя. Мы снимаем, нас снимают. Друг у друга мы все снимаем. Последствия, наверное, сезона дождей. Люди вон прям на полу спят. Скорее всего, здесь какая-то перевалочная база или... Водители рикш здесь тусуются. Просто к мусору здесь относятся лояльно. Он никому не мешает. Вот здесь, видите, парикмахеры. Можно побриться. Тут же заштопаться. Ну да. Опаска. Вот еще какую-то штуку делают. А, типа снюса. Человек, который шьет матрасы. Double bed. Вот какая игла у него мощная. 100 рупий, скажи. 100 рупий стоит такая. Thanks. Он, наверное, предлагает мне купить, но она нам не нужна. Такая игла. Здесь уже мало народу, между прочим. Вечереет. Зашли в магазин. Не знаю, сколько стоит. Это кто у нас? Это Шива. Шива. Сколько стоит такая Шива? How much? Это Шива.
вот это, конечно, стоит 250 тысяч рупий. В рублях это где-то 270 тысяч рублей. Недешево. Тут 45. А его разрешено вообще выводить? Никаких проблем не будет, по-моему. Захотелось в туалет, и на самом деле я чувствую, что где-то он есть. Потому что сильный запах, ну, мочи, он реально присутствует. Поэтому нужно найти сейчас самое главное. Цвета масла нефти. Смотрите, какие-то бутерброды, друзья. This name? Brain Pocola? А, Brain Pocola. Brain Pocola, наверное. Быстро она поднимается. Indian Street. Блин. Скорее всего, наберу сладостей и раздам всем своим знакомым. Нельзя же приезжать без гостинцев. Вот и подарки, в принципе. Сладости. Ну, сладости точно доеду, вот такие вот. Я-то не любитель их. Вы, наверное, спросите, что здесь происходит. Сборная Индии и Австралии. Крикет. Все болеют. Похоже, вот там туалет, потому что вот идет именно оттуда запах. Это городские. Я спросил, они бесплатные? Сказали, да. И тут же мы видим какое-то вкусное блюдо. Excuse me, this name? Yeah, Mubalki Badge or the Badge? Badge. Вот так вот это ест. На вид. Выглядит аппетитно. Зелененькое. Что-то из муки. Редиска, наверное. Ну, все съестно. Подошел индус и говорит... Так как Индия выигрывает, в общем, дал вот такую рюмочку. Ну, это что-то фруктовое. Что-то фруктовое. Ну, это что-то алкогольное, по-моему. Это реально алкогольный какой-то напиток. Он как появился, так и исчез, самое интересное. Говорит за Викторию. Вот так вот выглядит городской туалет. Перегородки в санузле точно не для меня, потому что я там тупо упираюсь в эти обе перегородки. Для маленьких людей, естественно, это ничего не смывается, поэтому идет такой сильный-сильный запах. То есть видно, что была подведена вода, но ее нет. Просят деньги. 10 рупий дали, говорит, мало, нужно 50 рупий. Увидел шашлычки. Крылышки, это что такое, люля-кебаб какой-то. Такой мини-мангальчик. Во всяких маринадах. Но я думаю, что это вкусно. Это вкусно. Приправлять что-что, а в Индии умеют хорошо. Да и выглядит неплохо. Меня не обманули, наступил вечер. И появились мамосы. Век мамос? Заказали микс. Заказали миксовые. Ну, они вообще, смотрите, они разные формы. Я так понимаю, чтобы отличать. И видите, они не в один ряд варятся, парятся. Соус. Какие-то сверточки. Ну, это те, кто с собой будет брать.
Ничего себе, мне там накидал тарелку. Там девчонкам соус добавил и какую-то молочку оттуда. Можно здесь? This is oil? No, no, no. Butter, butter. В общем, сыпет приправ. Здесь можно? Номер один. С мясом. Внутри суховато чуть-чуть. Но вкусно. Суховато, но вкусно. Вторая. Капустой, вкусно. Капустой прям. Соус очень острый, он прям. Аж затылочная часть у меня начинает потеть. Прикольно, не знаю. Вполне съедобная штука. Низ мамосов. Вот эта красная очень острая. Вот это непонятное. Все приправок. Много разных вкусов. Вот это вегетарианское вкусное. С мясом суховато. Подытожим. Меня аж сон поклонило. Даже остановиться, спокойно поесть у вас не получится, потому что постоянно подходят, спрашивают. Надо тоже заказать, я думаю. Деньги не будем давать, а дадим. Не стал им заказывать мясных, такие вегетарианские. Потому что девчонки угостили дочку, а мы угостим маму. Кушайте, на здоровье. Что-то он сейчас сыпать будет. Соус он добавляет острый. Но дети соус не едят. Жалко, конечно, но... Что поделать, во рту все горит. Мне предлагают все это запить соком. Острый перец нужно смыть соком. Еще заметьте, говоришь, что маленький, он всегда большой наливает. Вот на этот раз маленький. Ой, какой сок, какой сок. Ой. Это блаженство. Он мне еще наливает добавку. Я ж только что вам купил мамосы. Вот смотрите. Я вот только что ей купил мамосы. То есть вообще ни грамма стеснения. Теперь сок, говорит, купи, да? Впервые вижу котлетки. Мит? Биф? Мясные котлеты. Выглядит очень хорошо. Яйцо с луком, с перцем, еще что-то зеленое. Egg chili. My friend, you're egg doctor? Yes. Egg? Yes. Doctor? Yes. I'm doctor. Egg? I'm egg doctor. Все на вечерние яйца пришли. Стоило свернуть куда-то. И здесь опять базар. Во дворе можно погладить свои вещи. Он не электрический, там, скорее всего, какие-то угли или что-то греет. Здесь можно постираться и погладиться. Он горячий.
Сегодня идет крикет, а сборная Индии с Австралией та не играет. Они сейчас все смотрят. Это вот сверху на мейн-базаре. То есть туда мы ходили сегодня. Туда мы ходили сегодня. Мой отель где-то там. Это вот где все блогеры сидят. Вот.